Прокуратуре Шартудинского района. Нас преследовала только что полиция. Пытаются нас неправомерно задержать, потому что нам сказал сотрудник полиции, что... Врач участковый сказал, что мы свободны, он нас отпускает. После чего мы приехали сюда в прокуратуру, давали заявление на неправомерные действия всех этих сотрудников, которые нас вчера с 3 часов ночи до обеда практически держали. До 2, да, без каких-либо оснований на это. То есть нам вообще хотели там 488 пришить. Угу. Ну, они поняли то, что это безосновательно. Да, доказательств на это. Мы серьезно были дома в этот день целый день. Поэтому мы хотели уехать домой, но при этом снова приехала полиция, и за нами уже незаконная слежка пошла, и нам пришлось обратно приехать в прокуратуру. Но хоть здесь нужна юридическую помощь нам теперь. Правозащитники это тоже.